Сотни жителей Колумбии вновь вышли на протестные акции. Несмотря на отзыв налоговой реформы, граждане недовольны другими изменениями, которые предложили власти. На этот раз акция протеста оказалась мирной. Под музыку и с плясками демонстранты прошли по главным улицам Боготы вплоть до здания Конгресса, где депутаты как раз обсуждали пакет реформ в системе здравоохранения. Общественность выступает против изменений, так как они могут привести к монополии за счет усиления роли частных медучреждений. Напомню, уличные протесты начались в Колумбии 28 апреля из-за налоговой реформы. Несмотря на то, что законопроект был отозван еще 2 мая, протесты продолжаются по сей день. Колумбийцы требуют освободить страну от преступных группировок, вывести военных из городов и прекратить полицейское насилие. Президент не должен забывать о том, что мы его выбрали. Мы выступаем против реформы здравоохранения и пенсионной системы. Нам нужно инвестировать в образование для детей. Без денег не будет никаких школ.